1 июня на Колыме открыта навигация для всех типов маломерных судов. Для моторных лодок и катеров она продлится до 1 ноября. Для надувных, безмоторных и грибных маломерных судов – до 1 октября. МЧС рекомендует соблюдать требования безопасности. Выходя в море, надевать спасательные жилеты. На борту необходимо иметь медицинскую аптечку и средства связи. Убедительная просьба владельцев грибных маломерных судов уведомлять погранслужбу о выходе в море. Это можно сделать как в управлении, то есть вот у нас пионерное, или же любой заставе, то есть это армань, талон или ола для вашего удобства. Желательно при себе, конечно, иметь средства безопасности, это жилеты на себя и пассажиров. МЧС напоминает, 1 мая открыта навигация для маломерных судов, оснащенных двигателем. Инспекторы Центра ГИМС России патрулируют прибрежные районы Охотского моря. Нарушение правил судовождения влекут за собой административную, а в случае тяжких последствий и уголовную ответственность.